Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 1045. Дано. Нам даны два вектора, причем эти векторы заданы координатами. Вектор А имеет координаты x, y, а вектор Б имеет координаты минус y, x. И нам нужно доказать, что вектор А и вектор B перпендикулярны. Итак, если вектор А и вектор B перпендикулярны, то тогда угол между ними равен 90 градусов, а косинус 90 градусов равен нулю. Тогда скалярное произведение вектора А на вектора B, которое равно длине вектора А на длину вектора b и на косинус угла между ними, то есть косинус 90 градусов, было бы равно нулю. Значит, если мы докажем, что скалярное произведение двух векторов равно нулю, то тогда это будет означать, что векторы взаимно перпендикулярны. Найдем скалярное произведение вектора а и b, измеряя их координаты. Тогда оно будет равно произведению координат x, это x на минус y, и плюс произведение координат y, это y на x, но это равно нулю. И поскольку скалярное произведение равно нулю, то угол альфа равен 90 градусов, а вектор а и b перпендикулярны, что и требовалось доказать. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения и пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.